то же самое было. Эх, она хотела уйти. Эгегей! Вот ты откликнулся? Я ее вымучил. Все, держу. Кто ж спорит там? Красотыщ? Мы тебя сейчас подопрем. И ты давай это самое, перешагивай. Давай показывай щуку. Дай, мы покажем ему щуку. Так. Спаринки. Под, за камнем, как говорит Андрюха, стоит щука. За каждым. Ему попадется. Ты где там? Я небо снимаю. Небо красивое. Вот она, глина синяя. Здесь карстовая, блин, яма.
Ну там, да. И там это, глубина офигенная. Она начиналась вон там промоина, и все уже промыло сюда. Она все больше и больше. Такие дела. Творец. А тут еще и красная глина есть. Ну, значит, не каждый здесь, значит, какие-то другие промоины. О, Андрюха там вытащил опять хвостика. Снова у нас затор. Бревно посреди реки. Мы не привыкли отступать. Расколоть его поможет топор, подаренный Андрюхой. Мы сделали отличное дело. Проход открыт. Осталось лишь идти вперед. Кто-то по этому дереву уходил с берега на берег. Завтра придет. Опа. Только пока держится. Пена пошла. Да, мы их и не сломали так никогда. Какой. Были вместе. GoPro стоп идет. Я тебе говорил, а ты боялся. Я знал, я был уверен в тебе. Коротенького за поворотом. Мы там чаще всего встречаемся с медведями. Здесь щука должна стоять вот в этом омуточке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
долго-долго тащит. Какой ты медленный, Андрюха! Вот это перекур. Go просто в видео.